24 октября 2019 года. В пригороде Парижа наступила осень. Я очень люблю осень, особенно когда она такая бархатная, как у нас. В саду еще цветут цветы, но все-таки влажно, прохладно и свежо. Это период, когда наступает ностальгия и меланхолия. А у вас также? Я одеваю свой любимый плащ. Обожаю осеннюю одежду, когда можно надеть плащ, свитер, повязать платок и пойти на работу, на прогулку, в магазин. Это период, когда мне уютно, когда мне хорошо, когда мне хочется мечтать, когда мне хочется вспоминать, когда мне хочется писать. Я люблю покупать вкусный кофе. Сейчас я беру цикорий, вот именно этот, тот, который показывала вам в видео. Люблю пить цикорий с молоком, с корицей. Люблю вспоминать прошедшие каникулы, наш летний отпуск, море и мечтать о зиме. Новый год не за горами, можно достать теплый свитер. А также я очень люблю листать мой свадебный альбом. Не мой, а наш. Смотреть фотографии, вспоминать. Именно в этот период наступает ностальгия по-доброму, хорошему. Не нужно путать ее с меланхолией. Нет, это не грусть. Если и грусть, то не печальная, а такая гармоничная. Грусть по тому, что счастливый момент прошел, но он навсегда останется в памяти. И именно в этот период вы часто пишете мне в личную почту с таким не криком, но с просьбой помочь найти человека, родную душу, переехать во Францию, завести знакомство с французом. Я думаю, именно вот этот период ностальгии, период, когда одиночество обостряется. А те, кто в паре, вот именно уют семейного очага, он доставляет большое удовольствие. Я пытаюсь всем ответить, отвечаю на ваши вопросы, пытаюсь как-то дать вам надежду, наверное, что все еще может быть, что не нужно отчаиваться, что этот мир, он полон загадок, он полон сюрпризов, он такой прекрасный, просто стоит надеяться и не сидеть сложа руки, действовать. Вы можете быть в гармонии, когда вы одна, и проживать эту жизнь счастливо до самой старости в одиночестве. Все зависит от людей, все зависит от нашей натуры. Но многие не умеют жить одни. Им неинтересно, некомфортно, поэтому они ищут пару. И я всем сегодня хочу пожелать от всего сердца, чтобы вы нашли то, что вы искали. А если на моем канале вы берете мотивацию, вдохновение, может быть, какой-то пример, то знаете, что все, что я показываю, это от чистого сердца. Идеальных отношений не бывает, идеальных пар не бывает, но всегда нужно надеяться, нужно искать. И у меня, вот сейчас я иду по парку возле дворца бракосочетания, где мы венчались с моим вторым мужем. С первым не сложилось, да. Кто видел мои видео, то знает, что это мой второй брак. Второй счастливый брак. Не все идеально, не все. Ну, идеального в этом мире может быть только природа. И то, с этим можно и поспорить. Но это мой второй брак, я счастлива. Брак, над которым я долго работала, над которым мы до сих пор работаем, потому что быть счастливым в браке – это постоянная работа, это доверие, это
где-то закрыть глаза. Это постоянная поддержка, и самое главное – это уважение себя и своего родного человека. Сегодня хочу познакомить вас с сайтом знакомств, который называется RusDate. Не примите это как за навязчивую идею, нет. Просто как знакомство, как то, что я нашла интересным, что могу вам просто порекомендовать и посоветовать. Вы скажете, зачем тебе сайты знакомств? Иногда вы задаете столько вопросов, что хочется вам помочь. И где, и как. А может быть, есть французский. И вот этот сайт показался мне серьезным. RusDate. Знакомство во Франции. Можно познакомиться, конечно, и не только во Франции, но и на территории России, и стран СНГ, и так далее, Германии. Но сегодня я говорю о Франции, так как мой муж француз. И я считаю, что все возможно. Главное – захотеть. Главное – поставить себе цель. И главное – быть осторожным. Знать, для чего, и спросить себе, хочется тебе этого на самом деле или нет. Сайт очень простой, удобные приложения. Можно все это скачать одним кликом. Зайти через Facebook, через Одноклассники. Я и попробовала через Одноклассники. Надеюсь, мой муж не узнает. Хотя шучу, я ему уже все сказала и показала. Вы можете найти в вашем регионе того мужчину, который вам соответствует. Все критерии, возраст, есть дети, нет детей, образование. Просто все очень просто. Сайт мне показался, еще раз скажу, серьезным, потому что он не бесплатный. Но у вас есть несколько дней пробных, когда вы можете попробовать. Все ссылки оставлю в инфобоксе. И также есть промокод на, по-моему, 2 или 3 бесплатных дня. Пробуйте, будьте осторожны, ищите свое счастье, ведь оно может быть где-то рядом. У меня уже было видео о сайтах знакомств. Я обязательно оставлю ссылку в инфобоксе о том, что нужно быть очень осторожным. И будь вы одна или один, а может быть в паре, а может быть вы просто сегодня захотели подняться или спуститься по лестнице, потому что увидеть, чтобы что там внизу, нужно спуститься, а чтобы увидеть, что в небе, нужно подняться. Чтобы испытать семейное счастье, нужно попробовать. И чтобы выпить шампанского на вашей свадьбе, нужна надежда. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Спасибо за просмотр и за доверие мне и моему каналу. Ваша Светлана, Франция. До новых встреч. Я вас всех целую, обнимаю и пока-пока.